светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена павших. 3 года, 10 месяцев, 18 дней длилась Великая Отечественная война. Она унесла десятки миллионов жизней. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в фашистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу, кто дошел до Берлина и Праги. Вспомним о деревнях, сожженных дотла, поселках, стертых с лица земли, о сотнях городов, разрушенных, но непокоренных. Наши солдаты насмерть стояли под Москвой и Сталинградом, везли хлеб в блокадный Ленинград, принесли свободу узникам Освенцима. Они не захватывали чужие страны, не искали славы. Они защищали родину и свои семьи. В день начала войны мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся домой. Минута молчания. Вечная слава героям! Вечная память павшим! Зажжем свечи памяти, вспомним тех, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины. Сегодня каждый может присоединиться к ежегодной акции «Свеча памяти» на сайте denpamyati.rf.